Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере». Я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Православная Церковь постепенно готовится вступить в Великий пост. Великий пост организован таким образом, что за долгое время до него у нас Церковь, как мать, начинает определенным образом к нему готовить. Каждое воскресенье теперь — это воскресенье, посвященное какой бы то ни было притче или истории евангельской, которая в той или иной степени нам рассказывает, ориентирует и в то же время настраивает, как камертон, наши души на Великий пост. Мы решили в нашей студии помочь вам, дать некий инструментарий для того, чтобы войти в Великий пост, те, кто собирается поститься, ну а те, кто, может быть, не постится, хотя бы, может быть, дать определенных каких-то смыслов тех притч, которые сейчас читаются в церкви. Вчера, в воскресенье, была притча о мытаре и фарисее. И вот сегодня мы в нашей студии с нашим гостем, отцом Сергием Кредичем, батюшка, здравствуйте. Здравствуйте. Собрались для того, чтобы эту притчу для вас, для нас, в том числе, разъяснить. Скажем так, к этим притчам мы подступали уже не раз, вот, потому что уже не первый год нашей передачи. Но мы каждый раз ищем какие-то новые формы и новые смыслы для того, чтобы, ну, сделать определенный виток вверх, для того, чтобы для себя, может быть, Евангелие расцветить какими-то новыми гранями, новыми красками и так далее. Притча о мытаре и фарисее, для начала вообще, мне кажется, стоит сказать, что притча, она имеет как бы, да, два уровня прочтения. Есть уровень прочтения такого, ну, назовем условно это говоря, такое народное христианство или простое христианство, которое очень достаточно ясно, четко для себя уясняет первичные поверхностные смыслы притчи. Вот зашли два человека, они молятся, один молится правильно, другой молится неправильно, один выходит более оправданным, другой выходит менее оправданным. И кончается эта проповедь волнительным призывом: так помолимся мы, чтобы не быть нам как фарисей. Да. И, собственно, мы возвращаемся на итоговую, на начальную, что вошли в храм помолиться, и спасибо тебе, Господи, что я не как фарисей, и все вот это. Вот, да, и вот в этом смысле, конечно, это такое поверхностное прочтение притчи мы отложим. Потому что оно, как правило, как мне кажется, поправьте меня, если вам кажется как-то иначе, мне кажется, оно, ну, мягко говоря, не совсем верным. Потому что притча Христова – это такой, ну, такая парадоксальная задачка для ума. По-хорошему. Вот, я бы тут как раз не то чтобы поправил бы, а указал на тот момент, что Господь даже в поучении, и это тоже образец христианского поведения, не насилует волю человека. То есть он мог бы сказать апостолам: так, достали все конспекты, потом проверю. И проверил, как все записали. Но он говорит вот притчами, чтобы сохранить свободу воли. То есть мы можем отмахнуться и сказать: ну, вы знаете, политическая ситуация Иудеи времен Христа совсем не похожа на политическую ситуацию сегодняшнего мира. Поэтому давайте вот не будем здесь натягивать сову на глобус и проводить эти натужные параллели. И таким образом они отказались извлекать смысл из притчи. Вот так сказали: да нет, нет здесь. И Господь оставил их в их свободе. И наоборот. Если мы приложим некоторые усилия, зависящие уже от нашей воли, мы сможем извлечь какие-то христианские смыслы. То есть даже в том, что он учит, Господь сохраняет уважение к свободе своего творения. То есть в этом случае я бы сказал, что здесь нет уровней, потому что это граничит с гностицизмом, но туда мы не пойдем. Но в целом Господь принес одно христианство. Никакое не для простолюдинов одно, для элит другое. Да, духовных великанов другое. Нет, оно одно и то же. Другое дело, что вот
в зависимости от того, кто как потрудился и кто как повникал в эту тему. Как, собственно, вот вы хорошо сказали, вот есть те, которые только начинают размышлять, только вот они вчера буквально столкнулись с этой притчей, а есть те, которые уже почитали по Новому Завету какие-то студии, какие-то монографии по археологии или исторической реконструкции того мира и так далее. Все это добавляет новых нюансов и новых граней смысла. Даже банальный язык. Вот я бы предложил начать с языка. Потому что вот академический слог нас несколько отдаляет от прозаичных реалий. Угу. Ну, я, прежде чем передать вам эстафету слова, для наших телезрителей еще раз проясню один момент, что мы каждый год это подчеркиваем, что Великий пост, как никакое другое время, подчеркивает идею, ну, такую метафору, подчеркивается метафорой, даже, наверное, так сказать, пути. То есть церковь нас как за ручку ведет. Вот сейчас, вчера мы прочитали притчу о мытаре и фарисее, и церковь не просто нам предложила вчера прочитать эту историю, эту такую басню или эту притчу эзоповым языком сказанную, произнесенную. Она нам говорит, что эту неделю, по идее, мы должны какими-то упражнениями духовными, ну, условно говоря, там, мыслительными, интеллектуальными, нагрузить свою эту неделю, для того, чтобы войти в следующую. Следующая неделя, напомню, будет о блудном сыне и так далее. То есть мы какой-то путь от ступени к ступени или, не знаю, там, от камешка к камешку мы проходим. Вот давайте для наших телезрителей начнем, как вы сами по того пожелаете, с языка ли, с чего бы то ни было еще, размышлять об этой притче. Что этой притчей нам хотел сказать Христос? И что этой притчей хочет нам сказать церковь сейчас, христианам 21 века, вступающим в пост 23 года? Ну, тут я пропою свой всегдашний припев, что мы не делаем вид, что христианство началось с нас, что вот пришел Христос, потом была большая пауза, потом пришли мы, которые, наконец, все поняли правильно. То есть в этом случае православие самое такая традиционалистская из конфессий, и мы всегда оглядываемся на отцов. То есть что же отцы учили нас видеть, то есть те, кто молились прежде нас, вот начиная с апостолов, и все те, которые были на нашем месте, да, то есть вот был Господь, были апостолы, были новомученики, были там и так далее, и так далее. И вот все это дошло до нас, и мы должны, с одной стороны, вчитывать Евангелие в наши современные реалии, потому что ситуация не похожа. А с другой стороны, в общем-то, в главном ситуация похожа, потому что как только мы обращаемся к языку, то получится, что фарисей в буквальном переводе – это человек благочестивый. И тогда получается вообще вот такие доселе ускользавшие грани смысла. Да? То есть пришел человек благочестивый, и человек вот мытари – это те, которые в Иудее, которая была под римской оккупацией, сотрудничали с римлянами, во-первых, и сотрудничали в очень таком неуважаемом деле, когда помогали собирать налоги собственных сограждан. То есть, во-первых, это труд такой неблагодарный, но, опять же, все желающие могут припомнить, как относятся к налоговым службам сейчас. Да? То есть вопрос «вы из налоговой» — это далеко не комплимент, это скорее вот такая настороженность, которая может и прекратить общение. И более того, как правило, туда шли люди такие низкие и бесчестные, без духовных запросов, которые банально думали о сегодняшнем. То есть, опять же, в еврейском языке того времени было такое пренебрежительное «люди земли». Угу. То есть, ну, что с них взять? Для них все, что нельзя потрогать, попробовать на вкус или взвесить, для них просто не существует. Ну, и как бы вот такие неуважаемые люди занимались неуважаемой профессией в принципе, а при сотрудничестве с оккупантами еще и презираемые. И вдруг оказывается, что этот мытарь имеет положительное измерение. То есть в этом случае первое, на что обращу внимание, при переводе вот правильном, да, то есть значит, вошел человек благочестивый и безбожный налоговик, который ни Бога не боится, ни людей не стыдится. Ну, потому что действительно, кто пойдет в полицаи? Ну, вот специфического склада люди пойдут в полицаи. И с другой стороны,
Это тоже вот о парадоксальности Господа. Господь учит нас видеть чудо там, где мы бы его искать не стали. Угу. То есть для нас чудо — это пыщ-пыдыщ, это вот, там, я не знаю, чудесное спасение. Да, опять же, это смерч, который прошел мимо, это погружение в пучину, из которой нас чудесным образом выдернуло. Ну, то есть, а нет ли у вас, там, я не знаю, собачки говорящей, лика Богородицы на окнах реанимации или чего-нибудь еще вот такого. А Господь в Евангелии учит видеть чудо в простых вещах, это действительно чудо. Как вот закваска квасит тесто, как семечко растет, и как приходит в храм человек, к которому мы бы никогда не пришли для того, чтобы спросить его о его духовном опыте. Вот никогда бы. Вот там у раскаявшегося разбойника, может быть, и поучились бы, но у практикующего налоговика спрашивать о духовных поучениях. И тут тоже важный момент, что не сказано, что фарисей осужден. Вот то, с чего мы начали, что так помолимся, чтобы мы не были такие, как фарисеи, это же на самом деле отказ покинуть вот эту вот колею, вот этот монорельс. И мы снова возвращаемся к старту, только уже вот не как фарисей, который говорил «спасибо, что я не мытарь», так вот мы теперь говорим «спасибо, что мы не фарисеи», хотя на самом деле мы в той же парадигме остаемся. Можно небольшую провокацию? Так не сдерживайте. Это уже понимание, ведь на самом деле формирует не священник, который, ну, например, проповедь читает, а сам Христос, который заканчивает притчу, смиряющий, возносящий себя будет смирен, а смиряющий себя будет возвышен. А перед этим говорит, что сей пошел более оправданным, чем фарисей. Это понятно, но вот заканчивается эта притча таким образом, что, значит, ты, который гордится и возносит себя, ты будешь смирен. Дают другую установку: смиряй себя, и ты будешь возвышен. И тогда внутренняя установка у меня какая? Я буду смиряться, но внутри я буду смиряться для того, чтобы возвыситься. То есть нет ли в этом таких, как условно говоря, двойных посланий? С одной стороны, нельзя гордиться, с другой стороны, ты смиряйся для того, чтобы возвыситься. Ну, опять же таки, любая добродетель, опять вот мы возвращаемся к тезису, который уже был озвучен, что мы не делаем вид, что христианство начинается с нас, мы прекрасно осознаем, что и до нас практиковали люди, и до нас читали люди Библию, и как ни парадоксально, опять же, но в том числе случалось так, что читавшие Библию не спаслись. И об этом тоже есть свидетельство. И вот тут как раз отлично то, что вы сказали, да, можно дойти до формулировки «я горжусь своим смирением», что тоже мы находим в традиции, бывшей прежде нас. И в то же время, как тоже справедливо было отмечено, это же перспектива приготовления к посту. То есть вот первое, о чем мы должны подумать, что вот мы начнем поститься, и начнутся вот такие мысли, что вот мы-то постимся, а бездуховный мир нет. Мы-то не то чтобы, конечно, как Антоний Великий, но мы хоть что-то делаем, а сосед, брат, сват и коллеги по работе-то и вовсе нет. И как раз, да, то есть тот, кто себя возвышает, обесценивает свой пост. И наоборот, тот, кто не смотрит по сторонам, а смотрит вверх, он как раз-таки пост себе на пользу практикует. И вот персонажи именно это и делают. Потому что фарисей смотрит горизонтально, а мытарь смотрит вертикально. Тут вот я бы просто уточнил, что не всегда так радикально мы произносим, что вот, а вы не постящиеся черви, а мы вот хороши. Ну, я, конечно, утрирую, да, это гротеск. Нет, это такая, я сам себя перебиваю, сам с собой спорю, такая формулировка, конечно, есть. Как правило, она свойственна там неофитам, которые вот вчера еще ходили себе спокойно в Макдональдс с Великим постом, а сегодня вдруг обратились ко Христу, читают Евангелие и начинают вдруг осуждать тех, кто продолжает ходить в Макдональдс. Переругались со всеми, кто не поддержал их в жесткой аскезе, и остались со своими пятью финиками, но переругавшись с братьями. Да, но есть и другой сценарий, другая стратегия. И вот тут мы, может быть, коснемся вопроса вообще, в принципе, индикаторов праведности. Потому что, ну как, если, например, я, да, обратился к ЗОЖу, здоровому образу жизни, начал правильно питаться, правильно спать, правильно заниматься физическими какими-то нагрузками, ходить в спортзал и так далее, я вижу конкретный результат своих упражнений.
там вместо пуза появились кубики, вот, мышечная масса растет, чувствую себя прекрасно, встаю выспавшимся, ложусь вовремя, ну и все, и так далее, и так далее, и так далее. Самочувствие мое явно улучшается. С постом все немножечко сложнее, люди начинают духовные упражнения, им очень хочется индикаторов, они вообще поднимаются или они топчутся на месте, я туда иду или не туда иду. Мне кажется, вот главное это коллизия фарисея, который так молится, не столько, может быть, даже вот именно осудить мытаря. Не видит перспективу. Это, хочется увидеть свое восхождение. Вот для наших людей, телезрителей, которые нас сейчас смотрят, которые, может быть, вступят в Великий пост, этот вопрос тоже встанет, ну, где-нибудь там на второй, третьей, четвертой неделе поста. А где индикатор того, что я двигаюсь правильно? Потому что никаких внешних атрибутов, там, небеса не разверзаются, пальцы мне оттуда не показывают, что я двигаюсь правильно. А критерий-то евангельский. Тот, кто ищет знамение, знамение не найдет и разочаруется. Потому что фарисеи, которые, кстати, все это практиковали, да, они постоянно у Господа спрашивали знамение. Ты вот, ну, маленькое чудо. Вот, ну, ты представляешь, какая большая выгода. Маленькое чудо, и прям все мы немедленно обращаемся. Как, кстати, вот тоже было хорошо сформулировано, то, что, ну, Великий пост готовит нас к Пасхе, что вот по фарисейскому мышлению воскресший Господь должен был явиться всему Синедриону и двум римским нотариусам. Чтобы вот во всемогуществе собрать, значит, не апостолов в Сионской горнице, а в зале заседания Синедриона, чтобы при полной явке еще оказались два римских нотариуса. Они бы это все засвидетельствовали, и вот тогда было бы никуда не деться, и вот тогда был, и тогда это было бы ответом на чаяние Синедриона, что мы заработали, и даже если мы были чуточку неправы, Господь все-таки к нам пришел и удостоверил нас. Вот в том и дело, что чудо случается с теми, кто его не ищет. Когда апостолы поднимались на гору с Господом, они не думали, что он преобразится. А вот те, кто искали, дай нам малое знамение, или как Ирод говорил, а вот покажи мне что-нибудь, и тогда я, возможно, что-нибудь смогу для тебя сделать. А Господь в том и дело, что никаких знамений не обещает. И это не бог торговцев, где можно выторговать. И в этом плане, повторюсь, вот эта духовная трагедия. Господь, с одной стороны, не говорит, что фарисей ушел осужденным, но он ушел менее оправданным. И здесь беда в том, что у каждого из нас появляется вот такой соблазн. Да? То есть я в мои 20, 30, 40, 50 лет, как по Ветхому Завету, да, я не убивал, я не лгал, я не воровал, так же и тут. Куча народу к моему времени уже попробовали наркотики, а я нет. Куча народу уже отсидела, а я нет. Куча народу уже совершила там какие-то необратимые такие дела, за которые теперь они расплачиваются, всю оставшуюся жизнь будут расплачиваться, а я нет. И, в общем-то, в том и дело, что Господь учит нас видеть чудо в простых вещах. То есть то, что фарисей в порядке и в доме Отца, он уже, в общем-то, вознагражден вот в этом. То, что мы имеем возможность поститься, это уже большая награда, потому что куча народу, например, банально уже не может. Потому что как только они что-то исключают, за ними приезжает карета скорой помощи, и вместо того, и они оказываются уже в позиции фарисея, что они всех напрягли, то есть родные отпросились с работы, врачи на скорой приехали, привезли в больницу, задействовали там еще какие-то аппараты, взяли анализы, потом ввергли себя и свою семью опять же в траты все это вот исследовать, и банальная вещь, всего лишь отказавшись от каких-то моментов. И тоже важный момент. Фарисей хотел своим постом и своим благочестием купить что-то. И вот мы вам покажем чеки о заказанных 40-устах. И теперь вот никуда не деться. Или вот, пожалуйста, оплаченный молебен прибавлению ума на протяжении полугода каждую субботу, и где рост IQ хотя бы на 3 пункта. А Господь этого не обещает, в том и дело. И здесь вот тоже важный момент, что постимся мы для кого? И вот здесь разверзается бездна, потому что вдруг оказывается, что Господу не нужны сэкономленные стейки и литры молока. Что вот мы вот не ели целые месяцы, даже чуть больше, стейков, и это все, Господи, тебе. Вот они замороженные, в холодильничке лежат. Или вот эта цистерна молока, мы могли бы ее выпить за этот месяц, но, а Господу это не надо.
И вдруг оказывается, что пост нужен нам для того, чтобы мы осознали свое истинное положение. Потому что как мы себе не льстим, что мы существа высокоинтеллектуальные, что на самом деле питание на нас не сказывается никак, что вот эта вот банальная проза жизни нами уже преодолена, а вдруг всего лишь исключили из меню мясо, и вот она раздражительность. Всего лишь... Mm-hmm. И потом вдруг оказалось, что пост, он вовсе не про кефир. И тогда вообще получается, что это ж какие мы зависимые, и как много в нас всего торчит, простите, что вот ограничить бы развлечение, но у человека ломка без телевизора. Ну вот интересно тоже, я просто хочется вдогонку задать вопрос по поводу, ну вот фарисей говорит о том, что он делает то, и, кстати, делает действительно как будто бы религиозно предписанные вещи. Это то есть он, серьезно. Да, то есть он выполняет даже больше, чем предписывает закон. То есть платит десятину с того, с чего обычные люди не платят. Вот, постится, опять же, сверх больше, да, меры, чем принято. Стоит рядом мытарь, который бьет себя в грудь, говорит, что милостив будь мне грешнику. И вот вопрос, как в одной из песен, по-моему, Макаревича пелось, и каждый вышел своей дорогой, а поезд пошел своей. Они вышли из храма, и, ну, в общем, нам история-то как бы... А историю Господь не досказывает, в том и дело, что да. Это следующий момент. Всегда в притче нам надо потрудиться, чтобы извлечь смысл, и всегда в притче мы не знаем, что было после. Означает ли это просто для наших, опять же, телезрителей, для читателей Библии, Священного Писания, что бить себя в грудь и ничего не делать – это эталон, который ставит нам Христос, говорит, вот это более оправданно. Нет, чтобы нам нет, вот... нет. Да. Тут мы подходим к следующему очень важному моменту. Это так называемый Евин грех. Потому что Ева не просто знает правила, она их ужесточает и усложняет. То есть, как ни странно, змий, искушая прародительницу, цитирует слова Божии правильно. Что вот подлинно ли сказал Бог не вкушать? А Ева говорит, не только не вкушать, но даже не смотреть и не прикасаться. И тут, смотрите, фарисей усложнил. Он не только сказал, я пощусь обязательное количество, но я пощусь сверх. Я не только отдаю десятину, но я отдаю десятину даже с тмином. Ну, что такое тмин? Это пряность, которую поди десятину отдай. Потому что вот если мы отдали больше, но Господь все-таки не официант и не таксист, что вот сдачи не надо, знаете, да? И если мы отдали меньше, то мы профанировали. То есть мы сказали, что мы пронесли десятину, а это не, поэтому скрупулезно отделить по зернышку ровно десятину – это Евин грех, который вот… И опять же случается, и с каждым из нас случалось наше неофитство, что мы думали, что мы потянем гораздо больше. И вот опять же заметим, еще пост не начался, до поста еще не одна неделя, а церковь уже говорит, вот посмотрите на правильные примеры. И заметим, мы не знаем ни окончания истории фарисея. Может, он стал разбойником, может, он стал блудником. Или может, просто остался тем же мытарем, каким и был. Так же собирал деньги, как собирал. И с мытарем то же самое, да. Мы не знаем, вот он разорвал ли контракт с оккупантами, и что с ним стало в иудейской общине, когда он пришел и сказал, теперь я тоже изучаю Писание. А ему сказали, кто? Ты? Это просто смешно. И вот... В том и дело, что Господь, во-первых, нам оставляет извлечение смысла из своих слов, не насилуя свободу своего творения, а во-вторых, Он не досказывает историю нарочно, потому что, ну, об этом мы поговорим уже, когда будет речь о неделе о страшном суде, что каждый из нас создает стандарт отношения к себе о страшном суде. И вот мы не знаем, что стало с мытарем и с фарисеями, но мы знаем, что они задали стандарт, по которому они же и будут судимы.
И, с одной стороны, фарисей сказал: я, конечно, не отсидел, никого не убил, никого не обманул, на мне крови нет, на мне сирот за мной не оставлены и так далее. Но тогда ему будет сказано: а этот вот жил в пустыне, а этот вот замыкал небо своей молитвой, а этот вот воскресил отрока, а с Моисеем, вот давай еще посмотрим, что Моисей сделал к своим 40, своим 80 и своим 120. И тут, да, получается, что вот по этому же стандарту, а вот стандарт мытаря, да, Боже милостив, будь мне грешным, вот он, как ни странно, работает везде. В случае с Моисеем, который молился, и в случае с Ильей, который молился, и в случае с Ноем, который молился, хотя все они при этом еще совершили великие дела, но все они осознавали свою, вот как, собственно, вспомним, когда Авраам торгуется с Господом. И перестал Господь торговаться с Авраамом, и ушел, и вот так вот. Ну, я поделюсь как бы откровением, не откровением. Ну, в общем, когда я читаю, стараюсь, конечно, для себя что-то новое в том числе осмыслять. В этом году вдруг меня посетила мысль в неделю о Закхее. Это неделя, которая была до недели о мытаре фарисея. Притча, вернее, история, которая рассказана там, что некий Закхей, мытарь, опять же, крайне богатый, но маленького роста, когда через его город проходил Христос, захотел влезть на дерево, чтобы увидеть Христа. И Христос, проходя мимо, говорит ему: Закхей, слезь, мне надлежит быть у тебя дома. И вот дальше интересно, толпа, обычно она как бы выпадает немножко так за скобки, нам важна история встречи Христа и Закхея, и что происходит с Закхеем, какая метаморфоза, что вот тот, который грабил, начинает раздавать, тот, который обижал, начинает просить прощения, и мы, в общем, фокусируем внимание, как правило, на этих вещах. Но ведь толпа навязывает Христу сравнительный анализ. Вот, то есть, это ты к нему пойдешь? Это же человек грешный. Это же вот мы, посмотри, здесь в этой толпе даже стоят сколько достойных людей, которым стоило бы войти. И интересно, что Христос отказывается от этого навязывания сравнительного анализа. Он говорит о том, что это тоже ребенок, ну, чадо Авраама там говорится, хотя ну, это идиома, которая, конечно, в первую очередь нам подсказывает, что это тоже чадо Божье, это мой ребенок. Это как если бы у меня было там несколько детей, и я их постоянно сравнивал с соседскими или между друг другом, кто из них более интеллектуален, кто более добр, кто более щедр там, и так далее, и так далее. Любящий отец никогда не сравнивает, если он по-настоящему любящий, своих детей с кем бы ты ни был, потому что ничего, кроме невротичности в детях, это не поселяет. Потому что дети это слышат совершенно иначе, они слышат: вот я, там, не знаю, Ваня, а мама хочет, чтобы я был Петей соседским, ну, вот, потому что он лучше учится и так далее. И вот здесь, мне кажется, тоже история, она как бы продолжается. Христос тем, что они оба вышли оправданными. Вот мы обычно делаем на то, кто больше, кто меньше, а мне кажется, здесь вот нужно сделать акцент на том, что они оба оправданы, и он тоже отказывается от сравнительного анализа, сравнивать их. И нас, собственно, к этому приучает, что вообще как бы христианство — это не про сравнение друг с другом, потому что либо крайняя степень сравнения будет гордыня фарисейская, либо это будет зависть, она тоже берется из сравнительного анализа. И остается только одно — сравнивать себя с несравненным. И вот, мне кажется, мытарь, который бьет себя в грудь рукой и говорит, что я будь ко мне грешнику милостив, это тот человек, который оказался в присутствии того, с кем сравнивать ну, невозможно, Бога. Он несравненен. Ну, вот. Тут-то действительно мы помним, опять же, святоотеческое определение смирения. Не думать о себе хуже, а думать о себе реже. То есть вот в этом случае мытарь исключает всех остальных и не сравнивает себя с ними, а говорит: Господи, милостив, будь мне, мне грешному. А фарисей, наоборот, включает всех остальных, смотрит, говорит: ну, Господи, вот смотрите, я ведь мог еще и вот так. А вот этот вполне себе моего возраста и моего достатка, и что же он натворил в своей жизни? Но, с другой стороны, я бы не стал тоже и корректировать слова Господа, потому что вот это прямое
прямое цитирование, и когда Господь говорит, этот вышел менее оправданным, а этот вышел более оправданным, вот мы должны себя одергивать от осуждения, потому что весь суд принадлежит Господу. С другой стороны, Господь нам и показывает, что не надо застывать, потому что каждый из нас может сказать: «Господи, ты ведь никого не судишь, ты ведь ко всем войдешь», ну и такой, знаете ли, старик Карамазов, который говорит: «Да, я сволочь, да, я еще и не то буду, но вы все равно же меня любите, потому что я заранее всем сказал, что я сволочь, ну, значит, я могу и продолжать вести себя по-скотски». Отче, поставим здесь многоточие. В следующий понедельник мы встретимся для того, чтобы прочитать следующую притчу и поразмышлять о духовных упражнениях притчи о блудном сыне. За сегодняшнюю встречу сердечно вас благодарю. Взаимно. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. До скорых встреч. Присоединяйтесь в следующий понедельник.